А сегодня мы с вами проведем расследование в деле об исчезновении статей. Да-да, вы не ослышались, именно так. Все дело в том, что многие считают, что если у них есть статьи на Яндекс.Зен, то они уже никуда не денутся. Даже если канал там получит какие-то ограничения, даже если уберут показы, то в принципе эту статью всегда можно будет достать, прочитать и все с ней будет хорошо. Ну как хорошо, там не будет рекламы при ограничениях, но сама статья у вас останется. Сегодня поговорим о том, почему это может быть не так. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал канал ставьте нравится и мы начинаем итак как вы знаете яндекс внедрил систему предупреждений для всех пользователей это на самом деле хорошо, потому что теперь мы видим, какие статьи у нас что-то нарушают. Причем у нас написана причина, по которой ограничена эта статья. Вкладка предупреждения появилась практически для всех пользователей, у которых есть монетизация, у которых не забанен канал. То есть можно смотреть. Более подробно об этой системе предупреждения я уже снимал видео. В подсказках его прикреплю. Посмотрите. Вот. Но, как мы знаем, когда что-то новое появляется, то это новое не всегда хорошо работает. Хотя говорить о том, что система предупреждений была новой, ну как-то, наверное, не совсем корректно, потому что она у них уже давно была, просто ее раньше могли использовать только избранные блогеры, а теперь внедрили для всех. И как только ее внедрили для всех, Яндекс, видимо, массово начал проверять каналы. До этого случилась такая вот небольшая зачистка всего контента на Яндекс.Зен. О том, как это происходило, я тоже видео снимал, в подсказках его тоже прикреплю, если интересно, посмотрите. Так вот, все каналы, которые прям были не совсем, скажем так, под формат площадки, то есть это прежде всего всякие манимейкеры, те, кто пытался нечестным способом заработать, их с Выпилили, но остальных стали тоже массово проверять, причем, видимо, по какой-то вот этой вот новой системе, которая связана с предупреждениями. И у меня на канале по истории не даст бог собрать, но появилось где-то 20 предупреждений по статьям, то есть статьи ограничены. И все бы ничего, ну то есть я их читаю, они ограничены, причем очень старые статьи, некоторые там вообще в 2018 году опубликованы. Я вот на данный момент продолжаю спорить с технической поддержкой по поводу моей одной из самых первых статей про сталинизм. Они решили, что это шокирующий канал. Контент, хотя в статье у меня приведены только факты и документы в цифрах. И главный их довод в том, что это шокирующий контент, знаете какой? То, что я, оказывается, после публикации внес правки, и поэтому они не могут перепроверить эту статью. Что за абсурд? Ну, то есть, если на данный момент. Даже если были там какие-то правки, хотя на самом деле я там скорее всего какие-то запятые орфографические ошибки, может быть, подправил, я уже не помню. Даже если эти правки были, то на данный момент со статьей, возможно, все в порядке, так перепроверьте ее. Но мне написали так: что если вы видите, что статья не крутится, то, пожалуйста, не редактируйте ее, а напишите нам. Но проблема-то была в том, что статья крутилась, у нее было несколько тысяч дочитываний. И только после этого, как я увидел, что несколько тысяч дочитываний, я, видимо, внес эти правки. Система предупреждений тогда и в помине не было. В общем, довольно странный подход. Я бы сказал, даже абсурдный. Ну да ладно. Все это я к тому, что у меня вот есть список статей в предупреждениях, их было порядка 20, и я постепенно по каждой им писал какую-то претензию, что вот посмотрите, вот эта статья, вы пишете, что здесь шокирующий контент, но тут ничего шокирующего нет. И в большинстве случаев из тех запросов, что я послал, мне говорили: да, действительно, произошла ошибка. И вот я решил посмотреть, что же не так в одной из моих первых статей, которая там про белогвардейцев в бутырской тюрьме. Я пытаюсь ее открыть, а не получается, потому что статья удалена. Вернее, не удалена, а страница недоступна. Они полностью не удаляются, но статья может быть недоступна никому. Как вы думаете, почему? Давайте посмотрим. Вот мы находим эту статью, вот она, тут все остальные статьи, у меня на них тоже предупреждение, но тут. Вот предупреждение на историческом канале, очень уж абсурдное Здесь написано, что у статьи порнографический контент и шокирующий контент какой ужас на историческом канале. Пытаемся открыть ее и ничего не получается. Такая страница не дайдена, можете написать нам. Я, естественно, им написал, ну потому что мне интересно, что это за абсурд такой. Посмотрим, что они мне ответят. В конце видео я, как всегда, прикреплю их ответ. И в зависимости от того, положительный он или отрицательный, буду ругать их или хвалить. Вот. Помимо таких вот абсурдных предупреждений, есть не менее абсурдные. В другой статье у меня написано, что там ненормативная лексика. Причем предупреждение выпало опять на статью про Афганистан. Как вы помните, в предыдущем одном из видео я рассказывал о том, что меня тоже несправедливо ограничили, и там тоже была статья про Афганистан, и у меня есть предположение, что, скорее всего, Яндекс .Дзен, когда видит непонятные какие-то для него слова, он решает, что это вот нецензурная лексика, или нецензурная брань, я не помню, как там написано. И из всего этого я делаю вывод, что в любой непонятной ситуации алгоритм Яндекс .Дзена решает дело не в пользу человека, не в пользу автора, а просто по умолчанию ставит блокировку. Причем почему-то то ли не отправляется статья на дополнительную проверку к менеджеру перед тем, как заблокировать ее. То ли менеджеры у них все талокеры, которым лишь бы заблокировать. Но вот, тем не менее, факт остается фактом. На данный момент у меня частично получилось снять со многих статей ограничения, но там все равно около 15 статей на канале заблокированы. Но на самом деле 15 заблокированных статей для моего канала по истории это не так уж и много. Все дело в том, что всего на канале 636 статей. И я даже уверен, что Яндекс.Зен найдет еще не одну статью, к которой придерется, и еще не одна статья будет заблокирована несправедливо. Некоторые, может быть, и справедливо будут заблокированы, потому что у меня самое распространенное на данный момент предупреждение в статьях, это локальные происшествия. Ну да, я там находил какие-то события уникальные и как-то их описывал. Но это действительно, скорее всего, было привязано к какому-то конкретному месту, к какому-то конкретному человеку. И в принципе, они могли, конечно, придраться, но все равно, тем не менее, по каждой статье я им напишу, попробую уточнить и выяснить. По поводу каждой из 15 статей напишу и спрошу, почему так вышло. Я думаю, получится разблокировать еще не одну статью. Но даже если и не получится, то в принципе побороться стоит. Теперь, что касается ответа технической поддержки по поводу статьи, о которой я вам сказал, которую якобы ограничили за порнографический контент. Давайте посмотрим, что нам ответил за Ответ уже пришел. Вот, зачитаю его. Проверила информацию о статусе материала белогвардейц в Бутырской тюрьме. Ранее статья была ошибочно заблокирована. Перепроверка показала, что публикация не нарушает требования платформы, поэтому блокировка была снята, а публикация уже рекомендуется потенциально заинтересованной аудитории. Приношу извинения за доставленные неудобства. Вот. Ну вот, в данном случае ограничения были сняты, ну хотя бы потому, что они были абсурдные. Было бы странно, если бы они их не сняли, потому что никакого такого контента там не было. Но меня больше напрягает тот факт, во-первых, что статья просто исчезла, что она была недоступна ни для меня, ни для других пользователей. Я даже не видел, что она заблокирована, если бы не появились, опять же, предупреждения. То есть ты такой разместил несколько каких-то статей, а потом смотришь, а их просто нет в ленте. Пропали, исчезли. Где? Может, я их и не писал, кажется тебе, а на самом деле писал. Просто их вот вот так вот сделали, что они недоступны. Но, к счастью, в данном случае все благополучно разрешилось, плюс благополучно разрешилось со статьей, где написано, что нецензурная лексика была использована, в прошлый раз за это пришлось побороться, тут быстро все сняли, но меня, во-вторых, еще немного напрягает то, что по каждой статье приходится вот так вот писать и выяснять, и слишком много ложных срабатываний системы, когда статью по ошибке ограничивают. Причем вот эта вкладка предупреждения, она доступна только для тех пользователей Яндекс.Дзена, у которых есть монетизация. Для тех, кто только что завел канал, они не могут эти предупреждения смотреть и как-то узнавать о том, что вот эта статья у них заблокирована, вот эта не заблокирована, и им придется по каждой статье, которая не очень хорошо крутится, выяснять, а нет ли каких-то ограничений на канале, на статьях. Наверное, это не очень удобно. В целом же я надеюсь, что система Яндекс.Дзен вот эта вот с предупреждениями будет совершенствоваться, они наконец перестанут блокировать статьи просто так. Хотелось бы, чтобы вообще, если что-то срабатывает, какое-то там предупреждение, потом отправляли человеку, и уже человек, причем компетентный человек, принимал решение, действительно ли есть там какие-то нарушения. Потому что искусственный интеллект, как выяснилось, это неплохо, но и не очень хорошо. Но, естественно, когда система слишком огромная, громоздкая, большая, у нее будет много ошибок. Я тут не оправдываю Яндекс.Зен, но ну и в целом ты не осуждая его. Но хотелось бы, чтобы он все-таки был для людей и меньше полагался на роботов. Но, как мы знаем, если людям дать волю, то они начнут превращаться во всяких манимей, и постить статьи про бабушек и коллекторов. Так что желаю Яндекс.Дену найти какой-то вот здесь баланс между доверием и недоверием и прийти, наконец, к той ситуации, когда нормальные авторы могут писать и зарабатывать здесь денег. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится». До новых встреч. Пока. На Инстаграм тоже подписывайтесь.